Место рядом с прудом у дома номер 37 по улице Вокзальной для местных жителей просто подарок. Однако несколько лет оно было недоступно для прогулок. В микрорайоне 77А живет много переселенцев со старой вокзальной. Это и люди в возрасте, и молодые семьи с детьми. И тем, и другим дополнительная зона отдыха очень нужна. Идя навстречу просьбам жильцов, глава поселения Александр Гусев поручил вновь открыть набережную. Здесь просто у нас, кроме маленькой детской площадки, засыпанной песком, деваться больше людям негде. И поэтому пруд это отдушина была у нас. И мы очень благодарны Гусеву, он пошел нам навстречу, Александр Альбертович. И сегодня мы пруд, будем так говорить, временно открываем. Но по договоренности здесь, конечно, очень большие работы. Нужно приводить в порядок и, значит, стены, которые укрепляющие, чистить все. Именно из-за соображений безопасности в свое время пруд и прилегающая территория были закрыты. Стенки водоема отвесные. Если в него случайно свалится подгулявший гуляющий, то выбраться оттуда ему будет сложно. Низкие и слишком редкие секции забора не смогут задержать чересчур любопытных и активных детей. Вызывает опасения облицовка бетонных подпорных стенок. Все это необходимо привести в порядок. Доводить до ума парковую зону предстоит муниципальному предприятию «Одинцовское городское хозяйство». По просьбе жителей сейчас пруд будет открываться частично. Работы будут проводиться в плане благоустройства, это посадки деревьев, цветов. В плане безопасности будут увеличиваться высота забора, будет вертикальные стены будут ремонтироваться. Объем работы большой, но так как жителям негде гулять, по максимуму и в кратчайшие сроки данные работы будут выполнены. Помимо этого придется решать вопросы с подключением электричества, организацией охраны, установкой санузлов. Но самое главное – это все-таки безопасность. Забор, как вы видите, невысокий. Соответственно, маленькие дети могут просто-напросто упасть в пруд. И поэтому для этого нужно увеличить высоту забора. Какую-то фракцию, чтобы был забор менее проходимый. То есть. И также ступа-пандус, вход в воду. То есть, если человек в данный момент упадет в этот пруд, то он никак отсюда не выберется, даже не предусмотрен ступа-пандус. По согласованию с местными жителями, сотрудники Одинцовского городского хозяйства открыли пока только часть набережной. Работы начнутся с зоны, оставшейся закрытой. Полностью же парк станет доступным через 2-3 месяца, после окончания всех запланированных работ. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».